В Твери в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря, вручили государственные награды. Торжественная церемония с участием губернатора Игоря Рудени прошла в здании правительства Тверской области. Подробности в материале нашей съемочной группы. Заведующая пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог областной клинической больницы Галина Труфанова хорошо знакома зрителям телеканала «Тверской проспект». С начала пандемии специалист не раз выступал экспертом в наших программах и новостных сюжетах. Последние полтора года Галина Юрьевна находится в числе тех, кто, что называется, на передовой ведут борьбу с распространением COVID-19. Работа эта сложная и ответственная, признается врач. И здесь важно оказывать комплексную помощь пациенту. В процесс-то вовлекаются патологические не только легкие, но и различные органы и системы. Поэтому мы работаем вместе с кардиологами у нас в составе бригады, эндокринологи, конечно, и неврологи. В таком формате работаем. И опыт показывает, что и постковидные изменения, постковидные синдромы – это даже задача совсем не пульмонологов, а также усилий многопрофильных специалистов, реабилитологов также. За свои заслуги и многолетний труд в медицинской сфере Галина Труфанова была удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Награду специалист получил из рук губернатора Игоря Рудени. Как отметил глава региона, сегодня врачи, педагоги, сотрудники полиции и МЧС, представители других профессий – это те люди, жизнью которых движет искренняя любовь к родине. Стремление трудиться ради развития России и блага народа является высшей целью каждого гражданина страны, подчеркнул губернатор. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин особо подчеркнул: на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о родине держится суверенитет России, так же, как и на уважении к своей истории, культуре, традициям, родному языку, памяти о свершениях наших предков. Эти ценности исторически объединяют наш народ, объединяют регионы, субъекты Российской Федерации. Игорь Рудени поздравил заслуженными наградами сотрудников МЧС и МВД, которые летом этого года в кратчайшие сроки провели масштабные работы по устранению последствий природной стихии в городе Андреаполе. Медаль МЧС России за содружество во имя спасения вручена начальнику межмуниципального отдела МВД России Западно-Двинской и Тверской области Виктору Смирнову. Нагрудного знака МЧС России участнику ликвидации последствий ЧС удостоены сразу трое сотрудников ведомства. Звание почетный журналист Тверской области в этот день была удостоена и наша коллега, автор и редактор программы «Патрульная служба» на Тверском проспекте Ирина Чекунова. Свою передачу журналист создает вот уже больше 20 лет. И на протяжении всего этого времени, отмечает Ирина, главная задача, которая стоит перед ней – помочь другим людям. Были такие ситуации, когда еще не было компьютеров таких повсеместно, не было единой базы, и приходилось помогать людям, где-то что-то преступление происходит в одном районе, к нам приезжает из другого запрос района. И поэтому мы делаем все, мы стараемся делать, чтобы народ предупредить. Вот сейчас очень актуально мошенничество, и мы не перестаем повторять: ребята, будьте бдительнее, пожалуйста, берегите себя. Также в преддверии Дня Конституции звания «Почетный работник» были удостоены представители Государственной службы здравоохранения, культуры и искусства, лесного хозяйства, науки и образования, промышленности, связи и других сфер. Почетные знаки «Слава матери» и «Слава отца» были вручены маме пятерых детей Елене Васильевой из Твери и Игорю Кутилину из Зубцовского района, который также воспитывает пятерых детей. Кроме того, Игорь Рудени вручил паспорта гражданина Российской Федерации школьникам из Зубцова, Кимр и Твери, которым исполнилось 14 лет.